Всем здорово, как всегда. Группа Фири-Фири. Всем здорово. С абсолютно новым эксклюзивным материалом, как обычно. Наш состав не меняется. Абсолютно. Так же, как и новый материал. Цоя. Сейчас я уж не вспомню. Сейчас у нас таких специально не готово. Но, блин, сколько ж я его переиграл-то. Петь мы не умеем, мы сразу предупреждаем. Да, у нас чисто инструменталочка. Классно, ты считаешь, это кошмар на самом деле. Пол, это немного убого. Если честно, это кошмар полный. Цой, наверное, даже не смешно. В гробу перевернулся. Да, так это когда от нас это ушел просто гитарист, пришлось там еще и все партии переделывать в минус. Но мы сделаем, подумаем. То есть, либо, говорю, песни без слов, перемен. Но перемен просто сейчас тоже ее просто заездили везде. Либо вот муравейник. Которую никто не знает, но она охрененная. Но для меня на первом месте все равно гитара. То есть вокал — это инструмент, а там все на вокал, как бы, соответственно. У меня на первом месте гитара, на втором орган для меня, ну, на третьем ударка. И где-то на четвертом месте вокал. Как это ни странно. Для многих странно, но вот, да. Да, удар. Мне на третье место, да. Ладно. На третье, орган. У меня на первом барике. Потом ксилофон, потом трилофон, дулофон, треугольник. А потом корыто. Да, потом вот это, знаешь, маракаса, а потом гитара. Не удастся меня задеть, знаешь. Вообще не задеть. Блюз. Маёшь блюз-роком привязал. Блюз-рок. Thank you.
спасибо, ребят, большое всем, кто был. Все, ребят, спасибо еще раз.